В голове как музыка. Музыка, можно сказать, малиновый звон. Ну а если одной мысли недостаточно, всегда можно еще разок этот видос заценить. Измалдеем, бухаем, мы угораем, тебя не хватает, старичок. Блять, так он, конечно, заряжает кучеряво. Даже мне с ним накидаться захотелось. Не, ну а че? Кто не имеет права гахнуть. И если на утро все будет не так весело, как хотелось бы, совсем не обязательно бежать и похмеляться. Достаточно послушать напутствие вот этого джентльмена, и все как рукой снимет. Братва, с добрым утром! Всего вам доброго, шпана вас ждет. Думает, заботится и переживает. Блять, алкаши многие прикольные, кстати. Удачи вам. Не то чтобы я хотел бы алкашом стать, конечно, но прикольно. Знаете, что я еще подумал? Может, это видео просто результат банального недопонимания? Мужик тут распинается впустую, а его кореша уже на другом локейшене заждались. Ну да, им же охуенно. Ну им же охуенно, нет? Все готово, и все в сборе. Тебя не хватает. Старичок, идем на пикничок. Но если отбросить косяки организационных моментов, я думаю, ребят, получится. Охуенная батя. И раз уж дело на то пошло, мы с пацанами по бырому собираем манатки. Может быть. Тулем ебать, короче, на тусовку. Блин, чем пахнет? Ты чувствуешь? Ага, копчененьким пахнет. Точно. Так, ща, погоди. Ты куда? Грубо, что-то пригдончик раньше было лучше? Чё, блядь? Обычная чёрная футболка. И пейн. Охрененный к***. Ты уверен, что это? Ты понюхай, рад к***. Бля, вы про алкашей выпуск или что? Ну, известно, что это всего лишь альтернативная версия суровой мужской игры, которая никакого отношения к подростковым поцелуйчикам не имеет. В настоящей бутылке все очень серьезно, но при этом дико угарно. Узрите. Его нашел, бля. Не, сегодня мне прическа не очень нравится. Вот вчера была крутая, а сегодня хуже. Ну так, это рандом, она у меня рандомная, мне похуй. Ну просто я рэпер, реально. Ну, бульдога все есть надо. Ты уверен, что это? Ты понюхай, она открыта, наверное. Не, как она? Нет, а что это за бутыль? Лишь бы не взорвалась, нахуй. Надо такие-то все взорвутся, да? Ее раздуло, нахуй, это полторашка, поди раздутая. Пух. Ебанет, да? Ебанет или нет, ребят? Ебанет? Мне кажется, ебанет сейчас что-то. Бум, нахуй. Бульдога унесло. Сломал. Блядь! Нихуя! Сломал. Но... Не должно, ты пикабошник, брат, нет? Нахуй. Бульдога унесло. Сломал. Но... Ебать. Нахуй. Бульдога унесло. Сломал. Но... Охуеть, там взрыв. Бульдога унесло. Сломал. Но... Нихуя, блядь! Сонечка, ну еще что-то будет, скорее всего. Ну, или сегодня ИРЛ, я потом спать пойду, или что-то еще будет. Завтра выходной. А куда она улетела-то? Охуеть, она у них там, да, пизданула. Мне кажется, это довольно красочная и наглядная визуализация того, как бомбануло у одного нашего старого знакомого. То, что ты пидор, ёпты. Может быть, ты пидор? Может, и пидор. Нихуя! И вы заценили, как полетели останки этого несчастного сосуда? Да мужики будто межконтинентальную ракету запустили. Ебаться в телевизор, блядь. И мне дико нравится, как они со всей этой движухи орут. Никогда бы не подумал, что взорвавшаяся бутылка может столько радости взрослым мужикам принести. Нихуя, блядь! Нихуя, блядь! Не, я бы тоже охуел. Да и на кой она вообще им сдалась? Какой профит от взрывоопасной бутыли? Может быть, это какой-нибудь секретный военный проект? Ой, нерочь, не знаю. Перед нашими взорами предстало самое, что ни на есть настоящее. Там посмотрим уже. Аннигиляторная пушка! Хотя не, это больше на... Блять, это Брэдер? Это же Брэдера или нет? Или откуда этот челик? С двумя ян? Я через и написал, господи. Ну а если вы предпочитаете блюдо поострее, то, несомненно, в четверг вы были в кинотеатре «Салават». Это выбор, аннигиляторная пушка и Роха Маронго-Торо. Маронго-Торо. Некоторые об их музыку в этот вечер зубы сломали. Это уж по-честному. Они здесь выступают! Ну выглядит он же реально как Кобейн, но он охуенно выглядит, да? Согласитесь. Команды! Две!
это панк-рок, нахуй, вот этот панк-рок мальчик был. Блять, это же ёбнешься, блять. Это же просто ебанешься. Ну, откуда такие люди-то нахуй? На Грену похоже. Охуенные. Вот сама пушка немного по-другому выглядит. Блять, а где-то же была эта хуйня? Где-то Seven Nation Army была с такой же хуйней, нет? Блять. Бочка, блять. Сука, ну хуй найдешь. Что это такое, блядь? Взрывы, взрыв, блядь. В пизду. Мем. Слишком дохуя мемов. До недавнего времени я считал, что люблю собак всех пород и расцветок. Только вот попалось мне тут видео одно, и я теперь что-то даже хуй знает. В общем, смотрите. Нихуя он носится моментально. Антох, да я смотрел уже? Ну типа, когда ты скидывал. Мне не очень нравится. Что, блядь, этот пес себе позволяет? Как это создание перемещается с такой ебанистической скоростью? Что не так с этим зубастиком? Да он упоротый. Вы, наверное, удивитесь, но у меня есть точная рецептура того вещества, которое тестировалось на этом бедном животном. Его хозяин с радостью ей с нами поделился. Значит, пачку чая взял, складывал в кастрюльку, заливал водой. И очень много-много вываривал долго-долго. До такой, знаете, тягучей смеси. Вот. Потом просто капельками добавляете в чай. И очень сильный такой тоник, знаете, как будто вас вообще... штырит, колбасит, и вы бегаете прямо, работаете, у вас прямо жажда деятельности. И вот этот даже прикольный пес. Бля, вот эту хуйню мне надо, кстати. Вот мой такой. Но лично для меня всю картину рушит одна очень криповая хуета. Его лапы, ебать они странные. Сука, да они выглядят так, будто их две минуты назад из преисподней вытащили. Отвечаю, этими хреновинами истязают грешников. Интересный факт. Именно этой собакой вдохновлялись Blizzard, когда придумывали скиллы для Tracer. Звучит не особо правдиво, но у меня есть доказательства. Не понимаю мимо. И все же хотелось бы узнать, как часто наш четвероногий кореш такое скоростное поведение практикует. Ну, понял, если я просто не понял. Если несколько раз в день творится, то выдержке хозяина можно только позавидовать. Любой другой пса быстренько бы тормознул. Да ты заебал. Дамы и господа, вам представилась уникальная возможность, не вставая, пройти курс молодого... Стритрейсер? Бойца. Я не шучу, сейчас охуенно будет. А, у трейсера есть блинки, я думал, она типа как ювер назад делает, или нет? Зритель, ты... Готов. Ближе огонь! Не спи, дебил! Пошел, 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 на ходу стреляй! На ходу стреляй, сука! Дальнюю, дальнюю! Побежал, побежал, блядь! Побежал, на ходу стреляй, на ходу ближнюю! Лег огонь, лег! Ну! Так стреляй! Он не лег, он не лег! Вот мишень! Быстро, 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 быстро! На короткий ствол! Быстро, быстро! Стреляем, блядина, твой, мать, пидорас, горбатый! Ну! В правую, в правую! Так он сейчас развернется и ему ёбнет, нет? Блядь! Пиздец, у них там стрессовая движуха. Бедный солдат на нервах аж право-слева попутал и чувство дистанции потерял. Дальний, ближний. И, по всей видимости, слух тоже покинул нашего бойца. На приказы лечь от командира реакции ноль. Лёх, огонь! Лёх! Лёх! Ты скажи что-нибудь хоть. И что за дичь вылетела из уст старшины вот в этом моменте? Стреляем, блядина, твой, мать, пидорас, горбатый. Стреляем, блядина, твой, мать, пидорас, горбатый. Ну это просто браво. Охуенно, бля.
И что самое крутое, это была импровизация. Вояка за кадром прям на ходу из воздуха слова подбирал. Но в следующий раз рекомендую ему заглянуть в мою копилочку цитат, чтобы поорганичнее все звучало. Быстро стреляем, блядина ебаная! Кстати, на этом наш курс не заканчивается, тут есть еще с чего поорать. Зырим! Что такое, сука, блядь, дегенерат? Переходи! Переходи, магазин меняй, быстро меняй магазин! Меняй магазин, не здесь, идиот! На предохранитель! Меняй магазин, сука! Лорд, не помню. В автомате, блядь, меняй магазин! Ну! На колено упал? Меняй магазин. Аликофрен, блядь, меняй магазин, меняй магазин, меняй магазин, быстро, 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 магазин не выбрасываем. В разгрузку его, или за пазуху, быстро. В ближнюю правую, два выстрела, огонь! В ближнюю правую, идиот! Ну! Побежал к ней! Ну чё, пацаны, кто в армию-то хочет? А? Чё, годные, нет? Огонь! Побежал к ней! В правую дальнюю! В правую дальнюю! Вперед пошел! Хорошо вам отслужить, ребят, но такой хуйни, конечно, у вас, скорее всего, не будет. А вот у Челика С1, скорее всего, будет. Вот благодаря этой части видео можно уяснить одну очень полезную вещь. Если товар уже не в первый раз приходит к тебе... Служил, спрашиваешь. Опозданием. Меняй магазин, меняй магазин, меняй магазин, быстро, быстро, быстро. Знаете, мне... Уже был и было хуже, блять. Мне нравится этот комментарий, блять. Кажется, не стоит служивого за его тупку принижать. Под прессингом такого командира вряд ли кто с первого раза все на 3 звезды выполнит. А солдат после этой неудачной катки, я думаю, и так сам все про себя понял. Что-то дебил, блять. Ну что ж, дамы и господа, спасибо вам большое за просмотр этого эпизода плюс 100-500. Надеюсь, все заебись, надеюсь, вам все...